Привет, с вами Мирослав. Сегодня я тут пытался выжить в хардкоре. Построил Лендермена ловушку, в которую он впал, к сожалению, после моей смерти. Но я по нему тыкнул. И посмотрите, я сейчас просто наблюдаю за миром глазами Эндермена. Посмотрите, как он все упорото видит. У него все там поехало, наверное. Надо, конечно, еще чела запихнуть, чтобы он с ним файтился, кстати. Посмотреть, как там все будет, но... Досадненько, конечно, ради такого кадра пришлось того. Ну, ладно. В принципе, он, к сожалению, больше не будет смотреть, так как видите, он все того. Так. Ну и с вами, в принципе, был я, Мирослав. Всем спасибо и до новых встреч. Всем пока, ребята.